Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Это видео по проекту, который находится на предстарте, Holiday. В общем, проект замечательный, маркетинг шикарный. Смотрите, у меня на канале есть маркетинг, там буквально 2 минуты, по-моему, 1,5-2 минуты. Замечательно. Значит, вчера так все были перенервничавшие, как бы, вот. Вчера все были перенервничавшие, не было доступа к сайту. Давайте перейдем в группу ВКонтакт. Это что-то. Нервяк полный. Я так вчера спереживалась. Значит, что у нас здесь? Смотрите, уважаемые партнеры, приносим вам извинения. Идет мощная DDoS-атака на сайт. В ближайшее время сайт будет работать в штатном режиме. Благодарим за понимание. Обязательно, кто не здесь, ну, партнерам своим говорю, у меня есть партнеры. Вступите в группу, чтобы быть в курсе событий. Я же зайду в кабинет. Вот нажимаем «Войти». Далее «Войти в аккаунт». Так, сейчас я войду. Ну, я попала в аккаунт. Значит, очень интересный маркетинг. Значит, пополнение и активация уже открыты. У меня, опять же, есть видео на канале, где я пополняла и активировала площадку за 100 рублей. Как видим, у меня уже на балансе 300 рублей. Но вывод будет доступен только после старта. Значит, так, давайте перейдем к платформе. Очень интересный маркетинг. Рубли нажимаю, так как я в рублях 100 рублей. Так, платформа нет, не ту. Мои платформы. Так, мои платформы, рубли. И обратите внимание, вот я тут, можно все активные завершенные. Вот у меня как бы темно-зеленое 100 рублей. У меня первая площадочка за 100 рублей уже закрыта. Вот. И я пошла реинвестом. Вот мне капнуло, я уже вернула свои 100 рублей. Как бы, да. И опять же реинвестом, подталкивая своих партнеров, не своих, всех партнеров, ну, как бы очередь, да, и у меня пошла вот реинвестом, еще за 100 рублей сейчас закрылась, вот буквально, я вот утром заходила еще пораньше, была на балансе 200 рублей, и вот у меня еще закрылась, далее, и я уже перешла за 200 рублей, дальше, пополнение только один раз, единожды 100 рублей занесем. Ну, вот я занесла, как бы, и я вот иду. Вот у меня уже две площадки закрылись. Я перешла за 200 рублей. И вот уже закрывается мне, вот один человечек остался, придет, и я уже, как бы, опять площадочка закроется. Идем ниже. И я еще попала. Так, свою рекламу закрыть. Эту закрыть. И вот еще я за 200 рублей пошла. И дальше пойдет закрываться. И короткие матрички по 3 человека. Без обязательных приглашений, так как сама они ассоциируют себя как рекламная платформа. Вот. Так что приглашать не обязательно. Все в порядке, значит, вернусь на главную. Так, старт проекта 15-го сегодня, 18:00. Ну, в принципе, это все, что я сказала. Проект работает в штатном режиме. Вчера была DDoS-атака. Конечно, я перенервничала очень хорошо. Я думаю, не одна я. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. Будем ждать старта. Ну и результатов. До новых встреч.